пресс-конференции «Спартака» сегодня в Глазго, но главный спикер в Москве – Массимо Каррера. Болельщики «Спартака» ждут его здесь, на Зубовском бульваре, чтобы пожать руку и сказать спасибо. Чао, Массимо. Но потом была пресс-конференция, которую вы, конечно же, смотрели в прямом эфире. Массимо Каррера благодарил всех, начиная от работников базы в Тарасовке, заканчивая самим Вагитом Аликперовым. Много слов, естественно, было сказано в адрес болельщиков. В частности, он обратился к тем, кто решил бойкотировать клуб и не ходить на матчи на открытие арену. Массимо Каррера призвал всех и дальше посещать матчи «Спартака». Был задан, естественно, вопрос, касающийся Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. И Каррера впервые сказал о том, что ему не понравилась эта история, когда оба футболиста поставили лайки под видео Дмитрия Назарова со стихом, критикующим Массимо. Это в очередной раз говорит о том, что надо быть аккуратнее с соцсетями. Очень надеюсь, что это была не последняя пресс-конференция, и мы еще с вами обязательно много вам прощаемся, мы прощаемся, мы говорим до свидания. Спасибо большое. Пока Массимо расписывался на футболках, на фотокарточках, на шарфах, на деньгах, даже на кредитных картах, я подошел к его жене Пинуччи и попросил поделиться впечатлениями от того, как их встречают, ну точнее провожают болельщики «Спартака». Ведь перед зданием «России сегодня» на Зубовском бульваре собралось огромное количество людей, и они ждали Массимо. И вот что сказала Пинуччи. Questo amore dei tifosi. Assolutamente. Diglielo che veramente è pazzesco. Она очень удивлена, она действительно не ожидала такого. Ну, то есть обычно, потому что... Questa cosa fa ancora più soffrire dover andare via. Этот факт ее заставляет еще больше грустить о том, что они должны уехать. А вот там у меня за спиной фанаты «Спартака» скандируют Массимо Каррера. А Массимо пока еще здесь, в здании «России сегодня». Его дожидаются автомобили вот здесь. А там передо мной стоят фанаты «Спартака». Наверное, люди раньше времени ушли с работы, если, конечно, ходили на нее. Там действительно толпа целая. Мы обязательно туда пройдем. Но чуть позже. Сначала встретим или проводим, я даже не знаю, как правильно сейчас сказать, Массимо. А потом посмотрим, что же происходит там, в самой гуще. И пошли. Ух! Marco, ti stavo dicendo che... Massimo! 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 Massimo!
Massimo! Marco, куда? Чао, Massimo! Кульминация вечера. С Массимо Каррерой фанаты прощаются. Полиция пытается расчистить проезд для машины Массимо. Он уже отправил всем воздушный поцелуй. Все. Эпоха Массимо в «Спартаке» завершена.